Ух ты, подача какая четкая, не засечка, и рыба хорошая, опана. Подлещи. Ау, крючок острый. Видно нападение, как мотыль падал, схватил. Друзья, всем привет! Вот и лето подходит к концу, и мы командой приехали на последний, третий этап по фидеру на Петровичское водохранилище. Уже разложились, в принципе, готовы, минут 10 до закорма, все расставлено, погодка идеальная, градусов 20 сегодня будет, ветер не сильный, солнечно. Хотя вчера, позавчера была сильная жара, но погода у нас как-то стала резко очень меняться. Посмотрим, что будет по рыбке, но, скорее всего, это будет мелочевка, поэтому что тут ничего интересного, наверное, не будет, хотя есть пару интересных наработок. Пошли готовиться к закорму и уже будем ловить. Вот, прошло уже пару часов, сейчас сделал второй докорм, и, блин, что непонятно, первого подлещика поймал, сейчас окунек клюнул. Пока не сильно понятно, что тут половили. Все очень так интересно. Со старта у меня неплохо поклевало. А сейчас прям непонятно. Рыбка то отходит, то приходит. Но вот сейчас сделал опять докорм хороший. На дальнике ничего нет. И вот пробую здесь поближе. Не знаю, что тут. Подлещ хороший улетел. О, на протяжке хорошая рыба. Прям что-то. Окунь, ё-моё. Это не становится. Офигеть. Окунь. Интересно. Ругаются спортсмены. Вот, либо окунь подскакивает, непонятно. Дистанция близкая, в районе там 10 метров. Ну вот, дал сейчас нарезки. Короче, подскочила какая-то рыбка. Чтоб хищник не подскакивал и не отпугивал. О, сразу. Хорошая. О, плотва какая. Это уже интересно. Он такой. О, видно, ест хорошо. Сейчас мы ее попробуем разловить. Что не так-то просто сегодня. Надо понять, что ей нравится и на что ее ставить. Насадка чисто на крупную рыбу. Я уже поймал несколько плотвиц, три, наверное, хороших. Отошел. О, есть поклевочка. Кто-то пробует. Надо ждать, пока доберет. Тут с такой насадкой спешить нельзя. Клев заметно ухудшается. Вот она. Я говорю, спешить нельзя, надо выждать. Но рыба клюет сразу вот такая. Вот красивая. Такие вот красавцы. Пробуем еще. Что, начинаем процесс взвешивания. Два 930. Минус 100, 2 830.
Вот такое завершение первого дня. Почти 3 килограмма удалось наковырять, но в принципе относительно тоже неплохо. Сейчас собираемся, едем, размещаемся, вяжем поводки, готовим еду, как обычно, дружеские вечерние такие посиделки. Все, собираем с Настей и поехали. 24 августа, конец лета, а у нас завершающий третий этап чемпионата Беларуси по фидеру. Петровичское водохранилище, идеальная погода, конец лета, 28 градусов сегодня обещают, хотя вчера было градуса, 21-22, не так уж и жарко, а завтра еще жарче будет. Погода, короче, у нас скачет, очень интересно. Замешались, готовы, сейчас будет жеребьевка проходить, пойдем узнаем, в каких секторах. По рыбке, по тактике все очень непросто, но основной упор все равно на ловлю мелочи под ногами. А как будет дальше, сами все увидите. Табунов. Я сам. Спасибо. Хоть раз, да? Сам себе. Вербицкий. Д. Это Д. Сам буковка, в смысле, точечка внизу. Францов. Не знаю, как дорисовать, чтобы понятно было. А. Я как не нарисую, какую. Это же сам, слушай, я все равно. Остается где-то минута до начала закорма. В принципе, все готово. 4 фидера, Виталик справа. Все, в принципе, готово. Кормушечка на готове. 10 минут, две точки закормить. Очень даже хватит. Сейчас главное взять время на секундомере, чтобы все было четко. И приступаем уже к ловле. Очень удобно следить по секундомеру и за корм, и вообще процесс ловли. Ух, прямо над ухом. Полетели. Кормушечки. Виталик дальнюю сразу кормит. Я хочу ближнюю, чтобы она успокоилась, а потом уже дальнюю закормить. Пять кормух примерно положим на ближнюю. Можно быть готовым. Старт. Поехали. Быстрой поклевки может и не быть. Ух ты. Но есть. Если рыба есть. Плотвичка. Остался час, рыбка в принципе поклевывает, не супер
супертемп, но в принципе клюет. Виталий хлеща завалил под кило. А так, в принципе, как и на тренировке, мелочевка. Одинокий попался, такой неплохой гром. 150. Остальное все мелочевочка. Что-то зацепил. Может, свою кормушку оборвал. Оснастку свою. Не, рыбка. Отлично. Оборвал оснасточку свою на пикере. Сейчас остался один пикер рабочий. Следопыт, тинка-тинка, табуном. Подходим. Да. По платком бахать. Это да. Потом бахали. Держи. Держи. Вкусно? А то потом на камере найдешь одну рыбу и будешь вспоминать. 3310. Всем доброе воскресное утро. Второй тур третьего этапа. В общем, вчера выступили не очень. Три девятки, я четвертый. Пока идем на последнем месте. Не знаю, рыба очень странно себя вчера вела. Вообще по-другому, как на тренировках. Поэтому, в принципе, тяжело было перестроиться, разобраться. В общем, сделали какие-то корректировки. Сейчас будем уже их опробовать в туре. Сегодня я самый первый сижу, А1 зона. Посмотрим, что будет. Здесь вчера не очень отловились. Ну, рыбка вроде плещется, она и вчера везде плескалась. А как клевать будет, посмотрим. Все приготовлено, где-то полчаса до старта. Ждем старт и поехали ловить. Может, как раз дальней точкой утку эту отвлеку. Если что, она там пусть тусуется. Все, поехали. Секундомер взял. Опа, она отлично. О, это уже поинтереснее. Плотвичка. Надеюсь, рыба. Что-то поймал. Тяжело бы. Ё-моё. Вот что у меня клюет. Зачет идет. Пошел последний час. В принципе, по ловле все как и было. Ничего такого сверхъестественного нет.
Поклевывает мелочевка, бонусов нет. Дальняк не работает. Поклевывает только вот на дистанции, на которую ловишь. А так больше не хотит. Утка приплывает сразу, клев обрубается. Ну, в принципе, клюет стабильно, как и вчера. Примерно в районе 20 рыб. Сейчас вот крючок другой поставил. Ну, что-то он не засекает. И рыба тоже. Вроде сразу серию ловишь, ловишь, начинаешь разлавливаться, все. Пошло что-то не так. О, это нормально. Что-то. Прям зачетная плотва. По поклевке было понятно. Да. Тренер не простит, если потеряю. Скажет тебе, что, лень было? Засекает неплохо. О, хороший подлещ. Подличка, подлещ. Ну вот крючок подразогнуло. Сейчас я его назад верну. Вот еще какая-то пока невнятно. Не секу на каждой поклевке, потому что часто дергает просто за кончик. Даже не проглатывает крючок. Если уже идет более продолжительное, тогда можно отсекать. Сопли-то есть, рыба-то стоит. Да, тут подобрать крючок — самая большая задача и залог успеха. Потому что без хорошего крючка, который засекает, тут реально тяжело ловить. Это плотвенная поклевка. Так и есть. Хорошая плотва. Сразу проверяю на стриё, чтобы крючок был 100% острый, потому что это ключевое сегодня правило. Блин, чуть-чуть подтупился он. Ну ладно, сейчас на следующий поменяем. Забрось. Клевка идет. О, о, ё-моё. Офигеть. Окуня съела. Но... Да такой хороший окунь. Да, потому что и пухеру, да, вообще. Колючая, не колючая, но... Все подряд. Но... Чуть зазевался окунек и все. Рыбалка сидит уже. Последнего начали с дальней зоны. Посмотрим, сколько тут.
страшно. Это закрывает. Я же говорил, Петя, что 2,5. 2,5. Идеальный конец. Мати! Я тебя поздравляю. Смотрим. Вчера 3,310. Сумма баллов 3. Вес 9 килограмм 440 грамм. Бронзовая медаль этапа достается Фросинюк Иван. Суммой баллов 2. Весом 8 килограмм 990 грамм. Серебряная медаль этапа достается Нежлукченко Олег. С весом 9 килограмм 720 грамм и суммой баллов 2 победителем этапа стал Гебель Сергей. Ну и командный зачет. Девятое место на третьем этапе заняла команда «Следопыт Тинка-Тинка». Ура! Суммы баллов 58. Восьмое место, сумма баллов 54, заняла команда «Фишок». Парни, встаньте, пожалуйста. Суммой баллов 53, весом 17 килограмм 900 грамм. Седьмое место заняла команда «Следопыт Бай». Также с такой же суммой баллов, только весом 20 килограмм 780 грамм. Шестое место заняла команда «Фидер Бай Клуб». Пятое место, сумма баллов 43, команда «Фидер Спорт Брест». Как это? Дерево этапа, 32 балла, команда «Фидер Про», четвертое место. Тройка призеров. Бронзовая награды этапа достаются команде ZMX Feeder Bay, 24 балла. Он мы вот так вот. Серебряная медаль этапа достается команде Хукс. Сумма баллов 23. Победителем третьего этапа становится команда Дунаев Тим. Сумма баллов 20. Халява! Стабильность. Вчера 10, сегодня 10. Закончилось награждение. Тяжелый для нас очень этап. Было крайне непросто. В итоге мы черканули дно хорошо. Так девятыми стали. Ну, там, в принципе, в конце все плотненько было. Но нам повезло меньше всего. Есть над чем думать, есть над чем работать, поэтому будем работать над ошибками своими и, надеюсь, у нас что-то получится. Всем спасибо, всем пока.